Друзья, сегодня представляем квартиры в Белеке. Ту самую недвижимость в Турции, которая принесет будущему владельцу максимум радости и удовольствия, а также ВНЖ или даже гражданство Турции. Элитное жилье для спокойной жизни вдали от суеты, недалеко от моря. Специальный бонус. Владелец квартиры сможет с огромной скидкой пользоваться инфраструктурой одного из лучших отелей в Белеке. Такие предложения – большая редкость. Дом уже строится, сдача весной 2024 года, застройщик дает рассрочку до конца строительства с первоначальным взносом 30%. Этим предложением делится компания Tolerance Homes, лидирующее агентство с 20-летним опытом на рынке недвижимости в Турции. Рассказать об этих строящихся квартирах мы попросили одного из ведущих специалистов агентства «Толеранс» Наталью Автономову. Наталья, давайте сначала расскажем о главном бонусе, который отличает это предложение от всех прочих. Алексей, этот бонус в том, что, купив квартиру, вы не останетесь там заперты в четырех стенах. По сути, вы покупаете еще и доступ в один из лучших пятизвездочных отелей этого курорта. Вы сможете пользоваться всеми его возможностями, инфраструктурой с большими скидками. О, я слышал об этом отеле. Он гордится множеством водных развлечений, которые предлагает гостям. В нем, кроме прочего, один из самых больших бассейнов на Средиземноморье. Бассейн с волнами, бассейн с мальдивскими домиками, полуолимпийский бассейн, детские водные аттракционы. В общем, отель-аквапарк. С таким обилием бассейнов вы рискуете забыть о море. Но не забудете, потому что сервис отеля включает трансфер от вашего порога до самого пляжа. А здесь еще и ночной клуб, спортивный центр, теннисные корты, бары и рестораны. И все это доступно с большими скидками именно для владельцев жилья, которые мы предлагаем в этом обзоре. Так что это действительно уникальное преимущество. В Турции таких больше нет. Вы сможете ходить в этот суперотель сами и приглашать ваших гостей. И все развлечения сервис-отеля будут стоить гораздо меньше, чем по прайсу. Так что, если учесть это и другие особенности Белека, вы не просто покупаете квартиру, но и возможность по-настоящему хорошо проводить время. Давайте расскажем про эти возможности Белека. Здесь отличные песчаные пляжи, их окружают эвкалиптовые, кедровые и сосновые рощи. И вот поэтому здесь много хороших отелей. Именно в Белеке находится знаменитый парк развлечений Land of Legends. Его еще называют турецкий Диснейленд. Сюда специально едут из всех городов Турецкой Ривьеры, чтобы хорошо провести время. Еще одна гордость Белека – это множество хороших современных полей для гольфа. Здесь и новички учатся, и можно встретить знаменитых профессиональных гольфистов, потому что это поля международного класса, и Белек – знаменитый гольф-курорт. Также из Белека удобно путешествовать по окрестным достопримечательностям. Город равно удален от Анталии, Сиде, Перге. В каждом из этих мест есть что посмотреть. Но при этом аэропорт недалеко, до него всего 30-40 минут на машине. Наш видеообзор Белека можно посмотреть на канале «Жизнь в Турции». Мы уже приготовили ссылку на него. Ну а сами-то квартиры хороши, Наталья? Конечно, это настоящий элит-класс. В тихом, спокойном месте, вдали от центра этого небольшого городка и толп туристов. Комплекс строится на удалении от основных туристических дорог и маршрутов. Но до всех нужных мест недалеко ехать на машине. В комплексе из двух трехэтажных домов будет 44 квартиры. Разумеется, на территории будут бассейны отдельно для взрослых и детей. Плюс непременные атрибуты элитного комплекса – круглосуточная охрана и видеонаблюдение на всей закрытой территории. Автоматические ворота, парковка, пешеходные дорожки, вписанный в ландшафтный дизайн, сад с автоматической поливальной системой. В продаже есть квартиры 2 плюс 1 площадью 80 квадратов и дуплексы 4 плюс 1 на 175 квадратных метров брутто. Как считается площадь брутто, мы недавно рассказали вкратце в обзоре другого нашего объекта. Посмотрите, если интересно. Оба варианта квартир, конечно, с большими удобными балконами, хорошо отделаны качественными материалами от пола до потолка, включая точечное и LED-освещение. Они продаются с абсолютно полным набором необходимой мебели и встроенной техники. В кухне идеально продуманный дизайн со встроенным гарнитуром. Здесь уже стоит не только плита, вытяжка и духовка, но даже холодильник и посудомоечная машина. В прихожей удобный и вместительный встроенный шкаф. Все необходимое есть и в санузлах. Они оснащены самой качественной сантехникой. Строители предусмотрели емкости с техническим запасом воды и водонасоса. За климат в квартире отвечают кондиционеры и электрические ролл-ставни. В
квартире проведена центральная система спутникового телевидения, и все это уже входит в стоимость. Застройщик обо всем позаботился и все продумал. На самом деле это не удивительно, у компании колоссальный опыт. Она тщательно следит за качеством и проектирования, и самого строительства. А мы в Толеранс тщательно следим, чтобы все отвечало описанию и чтобы сервис был на высоте. Чтобы все соответствовало заявленному статусу элитного жилья. То есть, если найдутся какие-то проблемы после сделки? Толеранс тут же поможет их решить. После сделки наш сервис не заканчивается. Итак, на момент съемки видео в продаже осталось два типа квартир в этом строящемся комплексе в Белеке. Квартиры популярного формата 2 плюс 1 стоят сейчас 295 тысяч евро, а самые удобные и престижные дуплексы 4 плюс 1 – 420 тысяч. Девелопер дает рассрочку до конца строительства и фиксирует цену при подписании договора. Но до этого момента цена может изменяться вслед за общерыночными трендами, поэтому уточняйте актуальные цифры, а также подробности о квартирах и о процедуре сделки на сайте агентства по номеру объекта на вашем экране и у специалистов компании Толеранс Хоумс. Покупка недвижимости на этапе строительства – это всегда эффективная инвестиция. А Толеранс гарантирует самые низкие цены и широкий выбор объектов. Вот уже более 20 лет мы помогаем вам купить, продать и арендовать недвижимость в разных городах Турции, а также профессионально управлять ею. Кроме того, мы поможем открыть счет в банке, быстро решить все вопросы с оплатой недвижимости и ее оформлением, получить ВНЖ или турецкое гражданство по программе инвестиций в экономику страны. Более 5000 счастливых клиентов со всего мира, которые говорят о нашей работе, не понаслышке знают, что и после сделки наш сервис не прекращается. В наших офисах по всей стране работают десятки сертифицированных специалистов, и они всегда будут рядом с вами. Мы можем гарантировать своим клиентам безупречный сервис на долгие годы. Именно поэтому Толеранс – лидирующее агентство недвижимости в Турции. Звоните и пишите нам, чтобы подобрать лучший объект недвижимости, получить минимальную цену, лучший сервис и поддержку на всех этапах вашей жизни в Турции. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самой полезной информации о жизни, недвижимости и переезде в эту страну.